Меня удивляет одно. Как можно говорить о будущем Европы и не обсуждать глобальную проблему, что произойдет в ходе потепления с Европой? Совершенно очевидно, что это произойдет не через 5 лет, но через 10-15, во всяком случае, школьники, которые сейчас кончают школу, должны знать прогноз. И с этой точки зрения мне представляется одна из главных задач, которые нам с вами всем сейчас надо узнать. Это прогноз того, как будет идти потепление. Надо собрать ученых, надо организовать все, что все нужны, конференции. Если это будет постепенно, то, мне кажется, нам надо подготовить несколько глобальных вариантов. Сколько нам Земли останется и как на ней расселиться по-новому? Во-вторых, какая часть человечества должна переселиться, условно говоря, в Ноев в ковчег, новые ковчеги, и жить всю жизнь на воде, на океане? Какая часть должна поселиться под воду, устроить подводные города? И какая часть должна поселиться внутри земной коры, подземных? Вот эти модели развития Земли, человечества, куда ему деваться после потепления, мне кажется, ученые обязательно сейчас нет. Это гораздо важнее всех остальных рассуждений, как